Я абхаз, сын гор родных. Под таким названием в Кочегу имени Умара Алиева прошла научно-практическая конференция, посвященная 150-летию со дня рождения патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулия. Организаторами научного форума выступили Республиканский абхазский государственный университет и Международное объединение «Лошара». На мероприятии побывал Алихан Лепшоков. Его творчество сыграло основополагающую роль в становлении и развитии абхазской национальной поэзии и культуры. Дмитрий Гулия был не только писателем и поэтом, но и активным общественным деятелем, внесший значительный вклад в развитие образования и науки в Абхазии. Открывая конференцию, всех участников поприветствовал исполняющий обязанности ректора КЧГУ Таусултан Узденов. Он подчеркнул, что творчество Дмитрия Гулия является неотъемлемой частью духовного наследия народов Кавказа. Проникнутое уважением, да, к высоким ценностям тех людей, которые оставили нам вот этот след, завещали, я вижу, что абхазская культура, абхазско-абазинская культура в языке абхазском, в абазинском языке и наша кавказская культура, она будет жить и радовать весь мир своими достижениями. Большое вам спасибо. Студенты КЧГУ и Абхазского государственного университета читали стихи Дмитрия Гулия. Также участники представили доклады, освещающие различные аспекты творчества абхазского поэта, его поэтическое и прозаическое мастерство. Представители Абхазского вуза отмечали, что подобные конференции позволяют обменяться опытом между вузами. Обмен поколениями, вот связи между поколениями – это одно из основных стержней сохранения родных языков и родной культуры. Поэтому вот с подрастающим старшие, средние и подрастающее поколение в одной аудитории, в одном мероприятии присутствовать, услышать друг у друга, перенять опыт – это одним из главных шагов является. Огромный вклад Дмитрия Гулия внес в становление абхазского языка. Он был первым, кто издал букварь в 1892 году. Собравшиеся отмечали, что эта конференция позволяет сблизить научную интеллигенцию двух республик и способствует познанию культуры, литературы народов, проживающих на Северном Кавказе. Данная конференция, которая сегодня прошла, приурочена к 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулия, она на самом деле имеет очень важное значение. Причем не только важное значение во взаимоотношениях между абхазами и абхазами, вообще во взаимоотношениях двух государств, двух республик, республики Карачаево-Черкесия и республики Абхазия. Это взаимообмен опытом, это новые знакомства, это сближение на уровне научной интеллигенции, которое может привести к хорошим каким-то последствиям в плане сотрудничества, в плане общего развития. Это прекрасная возможность познакомиться с деятельностью вашего вуза и найти новых друзей, отмечают студенты Абхазского университета. Хочу сказать, что конференция очень познавательная. С каждым годом все интереснее и интереснее, и как бы и познавательнее. Хочу поблагодарить всех организаторов данной конференции и хочу сказать спасибо за участие, за приглашение. По завершению мероприятия гостям из Абхазии вручили памятные подарки от университета. Алихан Лепшоков, Михаил Карякелян, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.